Алан, с дебютом, впечатление от игры? Я бы не сказал, что результат закономерный. Я считал, мы сегодня должны были выигрывать, так как у нас было больше моментов. А так, в общем, я доволен как бы и своей игрой, и игрой команды. Так чувствуется легкая досада. Все равно, несмотря на то, что товарищеский матч, результат имеет значение? Ну, результат очень много влияет на настроение игроков, как бы команды. Если бы выиграли, было бы лучше, но хорошо, что первую игру не проиграли, а там дальше видно будет, дай бог, будем выигрывать. А что можешь сказать, соперники были готовы вот именно к той игре, которую он предложил, чем-то удивили футболисты из «Шахтера»? Ну, команда хорошая, они в Лиге Европы играли, вот недавно у ПСВ, по-моему, они выиграли 2-0 дома. Ну, так они особо ничем не удивили. Ну, боевитая такая команда, как бы нормально, но по игре я считаю, что мы сегодня были лучше, чем соперник. Сегодня все играли отрезками, да? Вот это сейчас то время, на которое готовы больше играть, просто сил нет? Ну, я думаю, да, как бы первая игра. Дальше будет, я думаю, игровой практики побольше, и будут полные матчи. В первом и втором тайме на разных флангах тебе довелось поиграть. Был из этого какой-то дискомфорт, где тебе удобнее? Ну, мне слева удобнее, я слева играл не раз, а справа сегодня играл первый раз. Ну, как бы, ну, с фланга вообще, в общем, как бы одно и то же, просто с левой стороны мне чуть-чуть удобнее играть, чем с правой.